День независимости страны в республике отметили масштабными гуляниями. Праздничный концерт в честь Дня России прошел сегодня у Аварского театра. Поздравить махачкалинцев пришел первый заместитель председателя правительства Анатолий Карибов. Он отметил, что этот праздник является самым молодым, однако он уже стал частью новой истории России. День России – это символ патриотизма нашего народа, основанного на бесценном уроке его духовного единения и гражданской ответственности, который был продемонстрирован в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся, что дагестанцы не раз проносили славу России благодаря своему мужеству, трудолюбию, таланту. Торжественные речи сменили выступлениями артистов дагестанской эстрады. Перед махачкалинцами выступили исполнители как национальных песен, так и эстрадных композиций. Удивляли зрителей танцевальным шоу.